Malto, Valera, Dominican Republic, Pity, Bivo. Дмитрий Буйвол, выпускник. У него хоккей будет хорошо. Один из вопросов. Ну, уезжает вместе со своим тренером. Да, смотрится таким, знаете, настоящим лайт-хэви. Начинает по-чемпионски Валера. Мы знаем, он это делает, достаточно успешно делает. Всегда не просто приспособиться. Пивол его отражает и наносит свой. Вот еще раз. Хорошая атака, пошел. Ну, такая разведочка. Концентрирован Дмитрий. Никакой суеты, лишних позиционное правильное давление. То есть вывести Дмитрия Бивола из себя. Не ведется на эти. Опять нашел джеб. Очень хороший раунд Бивол провел. Феликса Валеры, который Бивол, чем он вообще выглядит в этом весе. Если можно элегантно, да, элегантно останавливал тяжелого веса, может быть, немного обманчивое. Кажется, что он не очень крупный полутяж. Ну, напоминаю, он выступал в категории до 75. Если это смог сделать Каштанов, это может сделать Бивол. Мощные длиноруки. Феликс пристроится к технике, к передвижению. Хорошо. Рефери не открыл счет. Здорово. А прямой очень свежо выглядит, видно, функционально, готов. Вцепился в соперника. Молодец. Левый сбоку. Хорошо, летят руки у Димы. WBA в полутяжелом весе. Продолжает разбивать Феликса Валеру. Только за счет правильного передвижения. И этим... И насколько правый хорошо. Без лишних движений. Левый сбоку бросает. Вот Дмитрию надо немножечко присмотреться. Правый прямой. Атаку, наверное, с корпуса. Феликс Валера непростой боксер. Мы будем хорошо начать с корпуса. Прямо вот с корпуса. Да, левый пытается выбрасывать навстречу Валера. Справа начал, левый лопал. Да, Бивол хорошо. Сдергивает, раскачивает его. Хороший снова. Опасно головой. Ира. Джеб, точное попадание. Справа попал. Попал справа. Очень плотно Дмитрий Бивол попал. Очень плотно. И еще раз попадает справа. Что заключительный этап своей охоты. Может быть, сейчас излишний Бивол. Расстояние как раз такое. Оно становится ближе. Можно... Просто как будто... Вот, да, да. Сами руки, его несут. Руки. На кону временный титул W. Таким же фирменным дивизионом. Стороннюю стойку, стойки левши. Победил Дмитрий Бивол. Пытается искать, пытается что-то находить. Как он себя ведет. Паники нету. Может нанести его из такой позиции, из которой вроде бы так было, но... Левый сбоку выпускает Бивол. Ну, в туловище бы. Вот так, забывать про переднюю руку. Пытался выйти, этому удалось. Бивол. И удар в корпус нужно заканчивать. Конечно. Насквозь своего соперника. Вот я как раз и хотел задать вопрос, а стоит... Не нужно, возможно, рубиться слишком. 15 секунд всего до гонга. Уж с Каштановым. Здорово, лево сбоку. Справа. Это, знаете, тоже заставляет идти и ударить. Уже... Сразу происходят некоторые паузы, я тоже об этом заметил. Не забывает о том, что может пробить вот это. Да,
Девушка ждет. Бить в грудь, нужно бить в середину. Феликс Валера все справа видит. Опять так... прямой правый сбоку, повторный. Мне кажется, пошло бы. Здорово, здорово. В счете. Великолепно, великолепно. Бросится ли на добивание? Туда, атакует. Туда, здорово. Терпит до последнего. Рефери может вмешаться сейчас. Слева рефери цепляет. Тоже опасно, опасно навстречу. Аккуратненько, Дмитрий. Опять. Республики, мы это видим. Другой бы уже... Опять слева цепляет Валера. Повнимательней, повнимательней. Посмотрите, идет, и он идет вперед, как бык. Попадает, достал, Валера. Достал, достал, достал. Разговора нет. Вот это отмахивается. Передохнуть. Ох, слева сбоку, шарит Валера, боже мой. Высококлассный бой. А зачем тебе сейчас это надо, я не пойму. Тоже все-таки очень активно. На сейчас он выбросил очень... Дмитрий пока на паузе, он смотрит, все могут быть равны. Поэтому мне непонятно. Да, это... И пошел вперед достаточно уверенно. Вот так, вот так. Дмитрий нанес. И еще атака. Будет пытаться забрать раунд. Вот здесь, да. Все правильно, да. Надо садить, надо обязательно садить. Хорошие комбинации Бивола. Да, чемпионский раунд, совершенно верно. Ой, хорошо. Вблизи он может быть успешен. Махание руками он убрал, руки в голове и попер вперед, как бульдозер. Пригодились бы Биола. Вот так. Вот он и делает это сразу. Да, не надо драться быстро, узко, вовремя. Чтобы он терял цель. Левый сбоку. Причем на грани там в пояс попадает. Ну вот так, пусть бросается, пусть бросается. Вот хорошо. И комбинация. И голову вниз убирает, и все удары вскользь идут. Ощущение, опять же, неприятное у него. Заклеивает перчатку. Валера финтит передней рукой. Хорошо, навстречу. И вот сейчас да. Опять. Приходит перчатка. Уклонялся корпусом. Пропускает Валера через... Немножко зациклился, хочет нокаутировать и почему-то в голову хочет нокаутировать. Здорово. Здорово. Первый раз 12 раундов. Эпизодов, я бы так сказал. Но в любом случае, Феликс Валера это боксер. Боец очень хороший, безусловно. И поймать эти ощущения, каковы. Все хорошо, все получается. И еще комбинация. Голова в сторону. Полминуты до конца боя. Добивало. Очень хороший боксер. Боксерская ассоциация.